Итак, всем здрасте. Сегодня пятница, и первое из обновлений – это TapTap Heroes. Я решил все-таки сразу проходить ивенты. То есть вот сейчас заходим, смотрим, что здесь есть. Грубо говоря, что у нас тут? Набор сакуры. Рулетка, таверна, синтез, да? Ивентов никаких нету. Это не ивент. Ну, значит, что делаем? Ну, во-первых, давайте откроем сундук. Вот здесь мы получили 174 уровень. Перейдем на него. Это уже вам не хухры-мухры. Два здесь, две локации доступно. Блин. Сейчас мы пробьем здесь. Сегодня у нас прямо день таких кликеров. Да, сначала Elmaster Hero. Сегодня, ну, вернее, чуть позже, да, сейчас вы смотрите уже TapTap Heroes. То есть движуха на кликеры пошла. Видимо, сейчас это популярно, модно стало. Так, значит, пробили мы всех здесь. Есть еще одна возможность пробиться в плане... Ну, что доступна локация с боссом. А 175-м я не помню. Сейчас мы посмотрим. На 175-м одна, на 176-м одна. Это здесь нас так побаловали. Мы немного шиканули. И пойдемте, что делать? Рулетку, да, крутить? 80 раз. Ну, поехали. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, обновим. В промежутке крутанем вот эту вот, продвинутую. Здесь Верханди, да? Или кто это? Да. Ну, давай. Конечно, на нее не надеюсь. Итого X100 будет. Здесь двадцатка. И здесь еще 60. Ну вот, видите, что выпадает. Наконец-то фрагменты выпали. Ну и последняя десятка. Поехали. Не выпал герой. Герой у нас с шансом 0,2%, но, разумеется, он не выпал. Мы здесь закрываем квестик. Здесь получаем 5 наборов пробуждения. Плюс рулеточные эти все. Как их называют? Фишки, да? Ну и, соответственно, чудо-сфера. Чудо-сфера на ивенте нам понадобится на призыве Древо жизни. 200 набираем перед ивентом и традиционно закидываем. Давайте здесь качнем до 185. Ну и все, собственно, на этом небольшое такое видео по обзору. 2 миллиарда у нас есть уже золота. Всем удачи, всем пока-пока.